Югосинские сельхозпроизводители яблок могут беспрепятственно перевозить свою продукцию через таможню и сбыть их на территории России. Но для этого им необходимо выполнить все требования фитосанитарной службы. По словам руководителя службы Алана Маргиева, фермер в первую очередь должен обратиться к ним. В вопросе вывоза растениеводческой продукции, а конкретно семечковых и косточковых культур в Российскую Федерацию из нашей республики проблем не будет возникать. Сельхозпроизводитель к нам обращается, представляет нам справку с торгово-промышленной палаты о том, что продукция, полученная и планируемая к экспорту, она выращена на территории Республики Южная Осетия. После этого наши сотрудники, наши специалисты выезжают на территорию его хозяйства, его сада, допустим, яблоневого сада, производят отбор образцов. После этого исследуют их на наличие карантинных вредителей, карантинных объектов, которые включены в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. После того, как будут проведены исследования, если карантинных объектов обнаружено не будет, они выдают заключение о том, что карантинных объектов не выявлено. И на основании этого заключения мы выдаем фитосанитарный сертификат. После получения фитосанитарного сертификата и справки от торгово-промышленной палаты, он направляется в таможенный комитет нашей республики. До сегодняшнего дня только один сельхозпроизводитель изъявил желание вывести свою продукцию за пределы республики. За короткий период он оформил необходимые документы и уже успел реализовать яблоки на территории Российской Федерации. Филиал ООО «Южный сад» вывез из Республики Южная Осетия в Российскую Федерацию более 100 тонн яблок, которые были выращены на территории Республики Южная Осетия. Они оформили все необходимые документы, выполнили все необходимые фитосанитарные требования, которые, в принципе, при должном подходе может выполнить любой наш гражданин, любой сельхозпроизводитель. На протяжении нескольких лет на территорию Российской Федерации не вывозились яблоки. Данный вопрос прорабатывался с коллегами из Россельхознадзора. Теперь при оформлении документов и выполнении фитосанитарных требований возможность вывести продукцию есть у каждого фермера. Причем, как отметил Маргиев, объемы экспортируемой продукции не фиксированы. Они могут вывести продукцию в любых количествах. Кроме того, оформить документы сельхозпроизводителям помогут специалисты фитосанитарной службы. Зарина Кочиева, Рауль Кочиев. Информационный выпуск. Сегодня.